Доброе утро, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, клиенты и конкуренты. С вами снова из солнечной зимней Алании компания Arbat Homes и я, Татьяна Пикер. Находимся мы сегодня в нашем самом любимом русскоговорящем районе Махмутлар. Самый конец Махмутлара, и уже после этой улочки начинается у нас район Каргыджак. Снимаем сегодня предложение по стоимости 63 500 евро с мебель, с техникой в новом доме. Расстояние до моря 450 метров плюс-минус. Пока я здесь нахожусь, я сразу хочу, чтобы наш оператор показал, что у нас есть в окрестностях и почему место расположения, в принципе, выгодное. Вот здесь недалеко от меня, буквально 20-30 метров, находится сетевой маркет «Шок», а также русские продукты, а также фрукты и овощи, только в другую сторону, поближе к морю, метров 100, наверное, 150. Также впереди находится наш офис, вкусное недорогое кафе «Четырем» и много-много небольших бутиков и маркетов. Поэтому, когда вы выходите из дома, у вас все под рукой. И по субботам у нас здесь на углу также фермерский рынок. Дорогие мои, 1+1 – 63 500 евро. Самая выгодная планировка для тех, кто хочет сделать стартап в новую жизнь. Поехали! Я на месте. Кратенькая информация о комплексе. Комплекс состоит из одного блока, из инфраструктуры. У нас только генератор, лифт и открытый плавательный бассейн. В квартире сразу видим с левой стороны домофон и шкаф, что не часто встречается в планировочках 1+1. Достаточно просторный и для головных уборов, для верхней одежды, для сумок и обуви. Сразу мы попадаем в гостиную. В этой квартире, что еще не характерно для планировки 1+1, кроме коридора, есть два балкона. Один технический, а второй отдыхательный. Я его так назвала. Кухня также отделена от зоны отдыха вот такой буквой L. Я уж привыкла, как по-турецки мы говорим. Угловая кухня у нас. Здесь же у нас очень комфортная обеденная зона с круглым столом на 4 персоны. Вся бытовая техника, которую мы в квартире видим, присутствует, кроме микроволновой печи. Не так уже пользуются спросом микроволновые печи, поэтому хозяин не стал ставить сюда микроволновку. Если вам нужно, пожалуйста, приобретайте. Квартира, можно сказать, почти без расходов, кроме того, что вы оплачиваете денежку за оформление на ТОПУ плюс налог, а также в этой квартире не хватает проточного водонагревателя. У вас будет вода во всей квартире и на кухне, и в ванной комнате, а также телевизор, это опять же на ваш вкус, и кондиционеры. Выводки для двух кондиционеров имеются, но на 1+1 бывает достаточно всего одного кондиционера, 65 квадратов площадь этой квартиры. Дом был сдан в эксплуатацию в 2017 году. Очень удобно, что здесь напротив раковины, мойки, есть у нас также окно, и вы смотрите на зеленый сад и инфраструктуру соседнего комплекса. Очень понравилась мне эта квартира, и декор, и мебель в стиле а-ля Версачи, скажем так, и текстиль, все очень сочетается, все очень гармонично, дорогие мои, понравилось. И светильники, и точечное освещение. Очень квартирушка замечательная. Балкон первый выходит у нас на юго-запад. Чуть попозже выйду сюда, буду подводить там итоги. Хочу сейчас показать вам спальню и ванную комнату. Вот получается у нас вход. От входа сразу прямо гостиная. Здесь ванная комната. И новая стиральная машина, вся сантехника, все есть, полностью укомплектованный санузел. И также симпатичная квадратная спальня, где есть уже абсолютно все для вашего комфорта. Огромный шкаф для вас. Тумбочка здесь одна единственная, но в ней есть выходы для всех портов, для ваших гаджетов. Дорогие мои, очень удобно. Вот интересная подсветочка, как видите, текстиль, и даже все новое, не распечатанное. 4 подушки, одеяло, простынь, все есть. Шкаф с зеркалами, светильник здесь и выход на небольшой балкон. Я назвала его техническим.
Более веселее, конечно, будет время проводить на том балконе, зато отсюда прекрасно видно, что напротив дома имеется магазин русских продуктов, овощная лавка и вся бытовая химия, и еда, все, что вам нужно там. Поехали подводить итоги. Друзья мои дорогие, еще что удобно, что здесь два выхода на балкон из зоны отдыха и из кухонной зоны. Вот наш красивый квадратный балкон, выходит он у нас на кусочек моря и имеет прекрасный вид на Тарусские горы. Это юг и запад. Получается, весь день, начиная с обеда, у вас будет солнце. Кратенько резюмирую сегодняшнее предложение. Комплекс состоит из одного блока, был построен в 2017 году. Небольшая ухоженная территория, на которой имеется генератор, открытый бассейн с детской секцией, а также лифт очень современный и мне очень понравился также комфортный холл комплекса. Айдат составляет 200 лир. Квартира находится на первом фактическом этаже, площадь 65 квадратов, полностью меблированная, с бытовой техники не хватает только кондиционеров, проточного водонагревателя и телевизора, а также микроволновка уже на ваш вкус. Стоимость предложения 63 500 евро, пока цены не стали 80 000 евро. Может быть, стоит подумать и забронировать ее прямо сейчас. Вот здесь видим номер телефона, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, все программы установлены. Пишем, звоним. Самое время делать первый шаг в новую счастливую жизнь, дорогие мои. Татьяна Пикер была с вами, Махмуд Лар. Расстояние до моря, забыл сказать, 400 метров, вот прямо-прямо до хорошего пляжа. И всем счастья!